По информации областного управления здравоохранения, COVID-19 за минувшие сутки в регионе выявили у 32 человек. Всего с начала пандемии опасной инфекцией заразились 44 057 североказахстанцев. Выздоровели 42 583. На сегодняшний день в инфекционных больницах проходят лечение 149 пациентов. Инфекционные стационары загружены на 13%. В реанимационном отделении находится 15 человек. С начала распространения коронавирусной инфекции в регионе умерло 483 человека. Летальные случаи за минувшие сутки не зафиксированы.